Рано утром, поутру, после службы праздничной, бабушка с дедушкой приходят в гости к нам, приносят угощение, огонь и слов важное значение. Христос воскрес! Христос воскрес! Сияет солнышко с небес! Этот праздник почитают наравне с Рождеством и готовится всегда заранее. Один из любимых обрядов тюменских белорусов – Пасха. Дома действие начинается, когда бабушка и дед возвращаются с ночной службы с освященными куличами, яйцами и святой водой. Обряд умывания сопровождают специальными присказками. Яичко, яичко, умой мое личко, чтоб щечки горели, чтоб глазки блестели, чтоб улыбался роток и кусался зубок. Символическую процедуру проходят все члены семьи, от самых маленьких до самых взрослых. Я его очень люблю, дети мои очень любят, и внуки очень любят. Мы ждем Пасху. Моя мама нас научила, я сейчас своим детям передала это, им это понравилось. Я думаю, что это обрядовое действие у нас прижилось и будет передаваться с поколения в поколение. Символичное и красное яйцо, и вот эта святая вода, и огонь, который принесли наши старшие, скажем так. И вот именно Пасха. Пасхальный обряд для нас дорог, потому что он достался мне от моей бабушки и дедушки. Этими яйцами, красненькими обязательно, у нас детвора умывается. То есть святая вода наливается в чашу. И, окуная яйцо, каждый себе умывает личико со словами «Яичко, яичко, умой мое личико». Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! После умывания начинаются конкурсы и игры. Это и катание яиц на скорость, и, конечно, традиционная забава – битва яйцами.